Всем привет, это программа «Батрак про Спартак». Каспар Сдаугавич рядом со мной. Приветствую тебя. Говорю спасибо, да, за этот хитрик, потому что в «Спартаке», на самом деле, хитриков не было давно. Не знаю, вот там, может быть, в команде ведется какая-то статистика у вас между собой, знаете, там, что, кто, когда, в последний раз. У меня тоже первый, так что я даже не помню, когда последний раз забивал хитрик. Ну, это приятно, но приятнее то, что вытащили матч и выиграли сегодня. Это самая эмоциональная игра за весь сезон? Ну, сегодня, да, одна из топовых, так, когда выровняли, весь дворец взорвался прямо и дал нам дополнительные эмоции, так что, я думаю, фанаты нас вперед погнали хорошо. Слушайте, можете рассказать, пожалуйста, про какие-то нюансы вот вашей первой шайбы? Ну, потому что третья там, понятно, в пустые, вторая, ну, там 5-3, а вот первая показалась, что сложнее всех далась, наверное. Да, ну, первую шайбу там здорово. Илюша с Федей поборолись в углу, и я был один, и я просто Феде подкричал, что я стою один, он развернулся и здорово отдал, и я просто уже бросал, и хорошо, что попал. А как вы думаете, вот вы сказали, вы подкрикнули ему, а вообще слышно вот это вот на площадке просто? Ну, правда, тут 7, 8, 10, 9 тысяч и так далее. Вот, можете ли партнер услышать? Ну да, на льду уже звук другой, наверное, из-за того, что стекла высокие, игроков слышно. Иногда бывает труднее, но так, если близко, все можно услышать. Слушайте, может быть, какое-то там, не знаю, пожелание или, может быть, небольшое сочувствие Юлиусу Гудочку, потому что вообще-то он же пытался забить-то в концовке, насколько показалось. Ну да, я прямо увидел, что он бросает поворот, я выбегал из зоны, чтобы, если он попадает в створ, что там подблокировать игроков, которые догоняют шайбу, но она, по-моему, ихнего игрока попала, и мне прямо на клюшку. Понятно. Каспар, спасибо большое. От вас хитрик, игра эмоциональная. Короткий план вот сейчас на «Динамо» в субботу. Завтра выходной и как далее? Или что? Ну, это у нас график пришлют, но да, немножко надо отдохнуть и готовиться к дерби. Так что знаем, что проиграли два раза, им хочется выиграть. Спасибо большое, Каспар.